уточнить рамки того, ну, насколько можно. То есть, ну, лисы, они реально общаются как собачки, как щеночки, им обязательно эти оральный контакт нужен. И как бы просто не давать ей вообще там руки в рот только игрушки, так, не очень правильно. Я пытаюсь все объяснить, но насколько сильно позволительно мне так делать. В принципе, она неплохо понимает. Бывает, конечно, заигрывается чуть-чуть, плюс еще вот эти щенячьи зубы, которые очень-очень острые. Да, очень-очень острые. Ну, сейчас она уже нормально все делает, молодец. Не боится меня, конечно. Совсем скоро у меня закончится карантин у меня дома. И будем выходить уже и гулять, и по дому будем выходить. И я офигею, конечно, мне лица тряпкой. Я просто привяжу к себе влажную тряпку, чтобы убежать от нее все сразу. Кина, Васю лапку. Очень ушатки пирси. Плохо, пока берет на, ну, там, всякие собачьи, корма кошачьи, хотя я хочу ей их тоже давать периодически, потому что с ними проще будет перевести ее, чтобы она аккуратно брала с рук. И сейчас, ну, видимо, если раньше не занимались, она как бы еду кидается прям, то есть отбирает, убегается. А я хочу, чтобы она спокойно ела на руках, спокойно брала с рук, не, там, не выдергивая еду вместе с рукой. Вот. Ну, постепенно, я думаю, мы к этому придем с ней, потому что пока вот не понимает этого. Хина, иди ко мне на ручки. Ну, на ручки идти прям так, не только когда фиксируешь, берешь, а просто. Хина. Ай, ты молодец. Молодец, лис. Такой хвост интересный, лис. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. Вот прикольно, когда такая прям вот красивая уже рыжая настоящая лиса. А то сейчас пока непонятно, мне кажется, у многих вопросов вообще, кто это, а что, почему она не красная, почему она так выглядит? Вообще все лисы рождаются в таком окрасе, ну, даже дикие, они вначале в таком окрасе, а потом становятся рыжими. А, ты мышковать научилась? Ну-ка, давай мышкой. Вообще мне... Ну, острые у тебя зубы, я понимаю, что случайно, ну, острые, острые, острые. Я с разными сейчас общалась с людьми, кто воспитывал много лис, и они мне рассказывали, то есть, ну, где-то лисы действительно не приучаются, там, к колотку, ко всему этому, но у них приучалось при помощи, как бы, котят. Когда были котята, лисы росли вместе с котятами, и они просто начали повторять за котятками и ходить прям в лоток. Так что, возможно, когда-нибудь, если котята быстро начнут расти, то, может быть, они покажут лису. Хотя, конечно, у них уже очень большая разница в возрасте, мы посмотрим. Опа! Молодец, молодец, лиса! Ты мышкуешь! Нет, ты в лису прощаешься не вилять, когда не мышкует. Да, молодец. На самом деле, она не так больно кусает, как я реагирую, но я просто хочу более яркую реакцию дать, чтобы она поняла, что прям вообще нужно руки брать очень аккуратненько, очень аккуратненько, а не как крокодил вот это сшивать. Ты что, как крокодил себе ведешь? Ты лиса или крокодил? Угодно. Да. Детские игрушки по наследству переходят к лисе. Игрушки можно кусать. А руки только брать в рот. Девчонка, молодец. Молодец.
Нет, ты сыгралась. Чуть-чуть, да? Ты чуть-чуть сыграл. Деловая девчонка. Скоро тебе такой мир откроется, с котиками познакомишься. С енотиками, возможно. Посмотрим. Вот с енотиками даже дольше будет отращивать этот момент, пока сливки поставят, потому что у енота все приближе к псовым, и у них болячки с псовыми одинаковые. То есть становились они псовые. Вот. Вот она чистая по анализу, даже я сдавала уже ей анализы, как она ко мне приехала, смотрели, как ее. Вот все нормально, но все равно я перестраховываюсь в этом плане. И енот у меня, в принципе, привитый, и собачьей прививкой, и уже когда была пандемия, и кошачьи их привили. Хорошо вообще, как енотов на самом-то деле как-то будут прививать. И тем и тем, потому что ну, они могут и кошачьи болячки брать, и собачьи. Не играли, что так редко будешь, да? Уже устал. Так же ноги заплетают. Иди колобок, 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 бок, 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 колобок. Так смешно ушки. Нам нет, наверное, здесь такой, что круг. Нужно. Опа. Опа, мишку. Ну, принеси мне так умеешь? Какая миленькая вообще, не самая какая-то.